это все нужно будет валить, ломать, сдирать всю эту плитку, всю вот эту душевую нужно будет разбирать, туалет, пол, стены. Все это надо будет разбирать. Большая душевая, где-то 2 на 2. Это я выгрузил джакузи из своего микроавтобуса, потому что большой трак, большой контейнер не смог въехать на эту улицу узкую. Потом водитель, по-моему, автобуса уже с автобуса на лестничную площадку выкатили его. Вот такой вот газовый водяной отопитель. То есть это нагреватель воды. Он на газу, есть электрический, а вот этот газовый. Он намного экономичнее, чем электрический. Вот этот обогреватель мне нужно поставить вот сюда, в чердачное помещение. Сейчас я высветлю. Вот туда, в дальний угол. Это вот такой патрубок будет на джакузи стоять. Так, здесь мы поменяли все трубы. Вот тут были поменены на более толстый диаметр. Здесь тоже. Потому что здесь стояли тонкие, а для джакузи нужно большой напор воды. И пришлось все менять. Новую канализацию проложить. Трубы. Все появится, все на пайке. Здесь для унитаза установится вот это кольцо. Здесь для душа кран. Он еще не запаян, я только сейчас установил его. Довольно-таки серьезный краник. Ну а вот это вот сама джакузи такая. Здесь пришлось вырезать отверстия под краны. Здесь будут краны стоять. Они не знали, где их поставить, потому что вот там стоять будет патрубок. А сами краны некуда ставить. То я говорю, давайте вот здесь дырки просверлим. Один здесь будет холодно регулировать, а с той стороны горячее будет регулировать. И все дела. Правда, пришлось поиграться немножко с трубами. Покупать под разными углами, паять их все, чтобы потом выйти туда, на патрубок. Ну ничего, вроде все получилось. Этот конец пойдет сюда вот, на вот эту трубу. И такой же самый с той стороны один. Окно еще поменять. На потолке одну вентиляцию поставить с обогревом. Здесь над унитазом другую вентиляцию поставить, чисто для унитаза. Пол делать плиткой, обкладывать стены все плиткой, джакузи всю плиткой. Здесь ставить кабинеты, то есть тумбочки по-русски. Умывальники, зеркала вмонтировать в стену с тумбочкой. Тоже это все дело плиткой обложить.
Вот в этой комнате уже вмонтировано в стенку зеркало. Поставлена рама за зеркалом, чтобы стену выдвинуть немножко наперед. Новые трубы проведены под воду. Тут новую проводку положил везде. Обогреватель электрический с таймером. Чувствуете, как тепло идет? Сверху на потолке тоже лампочки новые все поставил. Вытяжка на туалет. Еще одна вытяжка для душевой. Тут одновременно и вытяжка, и обогреватель, и свет. Вот это управление к той вытяжке, что на потолке. Это вытяжка. Это обогреватель. И два света. Один свет яркий, второй свет тусклый. Уже установлен котел. Подключены все трубы. Единственное, еще газ не подключали, потому что компания должна подключать газ. На дверях уже выпилены отверстия под стекло. Пришлось все клеить в середине. Потому что двери они пустотелые. Там ничего нету. И чтобы поставить стекло, пришлось вклеивать везде деревянные планки. И это делал вот на такие прищепочки. Уже сделан такой стол. Никаких тумбочек не будет. Просто вот такой вот навесной столик. Сами умывальники, они довольно-таки тонкие по своей высоте. И чтобы вот эти трубы не выглядывали потом из-под стола, пришлось все это резать. Здесь вот отрезать лишнее, здесь эту трубу отрезать. То есть оно было на самом деле где-то вот такой высоты. А когда все отрезалось, оно получилось вот так вот намного ниже. Вот, все лишние запчасти. Теперь, когда он остановится, то из-под стола никакие трубы не будут видны. Стенки по бокам кровати здесь и с той стороны. Врезал розетки под выключатели. То есть свет будет выключаться каждым спящим отдельно, левым или правым. Ну а сверху уже будет установлен где-то свет на стене. Этой вот вещью я вырезал все вот эти отверстия в столе. Потому что обычной ножовкой их пилить можно. Но довольно-таки трудоемкая работа. А так себе лобзиком бжик-бжик-бжик. И готово. В этой двери вот эти три отверстия под стекло вырезал лобзиком. И в этой двери. Здесь прямо на месте я режу плитку. Пришлось все стены укрыть целлофаном, чтобы брызги не летели. Потому что бегать каждый раз на улицу, со второго этажа резать плитку, это займет очень много времени. Вот здесь пол почти готов. Еще по бокам вместо
плинтуса. Надо вот такую плитку покласть. Вот такой плинтус получится. Только что замазал черной такой замазкой швы на столе. Засохнет. Поставим умывальнички. В двери уже вмонтированы стекла, покрашено все. Вот такое вот стекло. Но тут еще не снята бумага. Так, что у нас тут? Здесь включен обогреватель, чтобы цементный пол быстрее сох. Вчера залил пол. Он сделан под углами, чтобы вода стекала вот в это отверстие. Сегодня окно придет. Это окно выйму. Новое поставится. И тогда вся эта стенка тоже плиткой будет обкладываться. Здесь возле джакузи уже тоже стенка началась делаться. До потолка. Вместо стекла они решили поставить стенку и тоже обложить ее плиткой. Черной. Стеклянные двери. Ну, это они уже будут без меня ставить. Компания поставит. И сверху будет стекло под потолок, чтобы никакой пар не выходил наружу. Вот это надо вынуть и то вставить. Еще вот это окно доделать. Здесь черную плитку положить. Поверху тоже пустить черную плитку. И потом это все дело замазать, все эти щели замазать. Вот такая вот джакузи получилась. С такой черной-черной стенкой. Дела. Тут еще все замазывать. Очень много времени занимает. Унитаз установить. Такие карусели. И сюда еще краны поставить.